наши люди вылазят потихоньку. Христос добрый. Воскресе! Воистину воскрес! Христос воскрес! Так, пойду я... А как ты взяла-то эту? А, сестра, как ты взяла-то эту, утащила? Вот эту как ты могла взять, утащить? Это я сейчас посмотрю. Я взяла, а ты посмотреть. Как же могла взять это? Ну, мне Лена дала. Елена, я посмотрю и верну. А то дело в том, что сегодня мы будем смотреть, записывать. Так, там на этой... Слышь, Данила? Там, где ящик стоит, на который я кладу аппаратуру. Ты все время только смотри, чтобы буквы бежали, цифры бежали. Добрый день. Ну что? Хороший журнал ты это сделали. Его маленький, видели? Нравится маленький. Да он не маленький, хороший, нормально. Ну, поменьше какой-то. Ну, ладно. Потом будем объяснять. Вот Игорь на новой машине приехал. Хорошая машина. Сие, Палыч, Пупков. Его довезли. Там приехал, Саша привез. Эту привезли. Блин. Галя идет. Вадим пешком один. Новая машина. Да, давай. Да, приехали. Слава Христу. Хотел снять. Оказывается, это та же самая машина. А то у нас вход в храм. Где еще есть такое? Ну, тут не видно. Солнце забивает тень. Идите и пропадайте Евангелие. Здесь крест настоящий, без всяких набалдажников, ровный. Ходили, благовествовали слово с большой буквы. Деяния 8.4, а там Марка 16.15. Вот так. А тот скворечник у нас висел. Вот вот. Ранетки. Надежда Васильевна с батиком идет. О, как хорошо. Христос воскрес. Доброе утро. Давай. Христос воскрес. Воистину воскрес. Морковку несет. Что-то нарезал. Вот так. Это утром собираемся. Сегодня, если не ошибаюсь, 16 мая 2021 года. Вот брат Игорь Владимирович Добунов. Пловец. Отличный. Христос воскрес! Слава Володя Господу. На Потеряевке меня довез. Попятила. Спрятала за машину. Слабини дам, Христос воскресе. Вот они как. Ну, у нас Синапа, дробот. Какие? А что, они здесь? Да, я думаю, что не так. Не потерялись. Я хотел позвонить, сколько времени, сколько сейчас? Карман надо. Ты а там надо. Сделай себе карман. Одежда там посмотреть, что. Ну, ты еще прячешься так. Я. Все. Тем более. Закрывается. Такая хорошенькая девочка и прячется. Вчера поздно легла, наверное, да?
с детства. Вот приучат, если так и будет мучиться всю жизнь. То снимают, то увидят. Это с детства же закладывается. Как у старообрядца, всех боятся. Это невероятно. А наедине, говорит. Вчера открыл плавательный сезон. Вода теплючая в пруде. Теплючая. Ладно. Но в этом пруду у нас есть родники. Есть родники. Прям такая ледяные струи поднимаются вот туда, ближе когда. Прям, я хочу сказать, капитальные. Понятно. Видать, пробило. То, что этот большой объем, вода надавила и немножко пласт пробила. И роднички побольше стали. Может быть и так. Ну, это гидрогеология, там бывает такое. Так, сколько на твоих часах? Да я их часы в машине оставил. Ну, нету, значит, нету. Там это, она же...